Наука делается не в кабинетах чиновников, мы это знаем, она делается в регионах, в субъектах и на местах. И грамотно выстроенная региональная научная повестка – это ключевое звено всей системы. Мы видим реальное открытие изобретения, созданное за это время в широком спектре направлений от фотоники и медицины во всех федеральных округах от северо-западного до Дальнего Востока.